Здравствуйте, это программа «Репортер». Я Алексей Коноплев. Водители, которые объявляли остановки в самарских трамваях, лишили голоса. Их подсидели известные телерадиоведущие. В городском электротранспорте появляется новая система информирования. Перед остановкой звучит «Самара городок», а название улиц сообщают медийные персоны. Репортер узнал, кто трудился над проектом и встретился с человеком, голос которого становится брендом. Уважаемые пассажиры, своевременно и правильно оплачивайте проезд и провоз багажа. Мужчина, сидящий у окна, тихо улыбается сам себе. Не каждый свой голос в трамвае услышать может. Он сам из себя проект сделал. Ильдар Кагиров. Голос, бренд и немного хвастовства. Самую малость. Все-таки приятно. Мама слышала, конечно, в принципе. Мама довольна, сказала, все очень четко, все очень слышно, хорошо, понятно. Все очень красиво. Все звучно, все в тон, в такт, дикция четко, ясно, понятно. Вообще, я первый раз слышала, прям была очень довольна. Он всегда окружен женским вниманием, а как иначе? И сегодня, по счастливой случайности, среди пассажиров одни дамы. Они не верят глазам и ушам. Специально для зрителя репортер просит Кагирова исполнить что-нибудь из пассажирского репертуара. Уважаемые пассажиры, первые 10 мест принадлежат по праву инвалидам, многодетным матерям и студентам. Будьте к ним внимательны. Один в один обладатель редкого баритона Кагиров – везунчик по жизни, только на главных ролях. И все с приставкой «известный». Пиарщик, диджей, телеведущий. Его судьба на рельсы удачи поставила и отправила по медийному маршруту. В 19 лет он попал на экран и уходить не намерен. В команде КВН пришел на телевидение, чтобы делать программу интересную, такую в КВНовском стиле. Вот. Ну, она не прошла, а меня как-то заметили. Сказали, пойдем почитаем в кадр. Вот, неплохо получается, давай. И началась новая жизнь моя. И в этот раз все началось с рокового «Пойдем» на Кагирова. Свалилась популярность всех пользователей общественного транспорта. Пока озвучка сменилась не во всех трамваях и троллейбусах. Своей известностью шоумен обязан скромному водителю Илье Хорошкину до звездного Кагирова. Он по старинке объявлял в микрофон. Старательному сотруднику городского трамвайного депо пришла идея разгрузить руки и сделать программу, которая автоматически будет сообщать остановки. Автоинформатор ловит первую остановку маршрута и начинает уже автоматически работать. До конечной станции доезжает, переводится рейсы тоже автоматически. Получаем только благодарственные письма и как бы звонки. Постоянно говорят, красиво, очень интересно. Кроме этого, добавили узнаваемый рингтон «Самара городок» в ближайшем будущем. Записи обновятся во всех депо самарского ТТУ. Все для пассажиров, чтобы им приятно было. Вообще, у меня самарским трамваем в один день рождения. Поэтому я считаю, что это символично. Да, в этом году трамваю 100, мне 44, в один день 25 февраля, это было недавно. Именинникам еще предстоит намотать не один десяток километров вместе. Убежденный пассажир Кагиров решает проехать еще одну остановку. Он никуда не торопится. Пока. Кто знает, куда еще заведет его голос. Ну а теперь голосом главного репортера я объявляю остановку. Передохните от новостей. До завтра. Увидимся. Всего доброго.